Земля от цвета. И, наконец, атака клонов. Ребята, еще пару минут посмеемся. Но у меня это смех может выйти в чего угодно. Знаете почему? Если захотят посадить человека, посадят. Уже убедились в этом. Вот. Я не говорю, я сейчас, я не знаю как. Вроде бы клоны обычно появляются у звезд. И в нашем небольшом коллективе, ну, реально, я воздействую на несколько тысяч человек. Вот в плане там, видите, чуть ли не как-то выглядит выше. Но это была почти проповедь, да. Нет, не проповедь. Я рассказывал о этих горизонтах науки. Вот, вот за это не посадят. Как из меня сделали оппозиционера? Еще раз говорю, это атака клонов. Третий случай в моей практике. Вот он, третий клон. Внимание, я специально говорю громко. Почему? Сейчас поймете. Я, Железов, называю себя старым большевиком. Вот. Это ностальгия по старым временам. Сейчас бы у меня было бы 180. Я этот самый был и ветеран, и орденоносец, и прочее, прочее. У меня сейчас пенсия была бы 180 рублей. Советских, скромных, 180 рублей. Долететь до этого было 70. То есть я мог слетать в Москву обратно. А сейчас, ага, слетай. Так вот, я старый большевик. Это, говорю, полушутя, полусерьезно. Политику никогда не лез. Вот. Но, видимо, какую-то ценность я представляю, если появился клон, смотрим на него. Итак, вот это кружочек, видите? Можем его приблизить? Можем. Это я, нет? Я. Фотография моя. Вот. Появляется вот такой канал. Он не просто... Здесь уже 659 человек подписалось. Вот уже просмотров было 19 тысяч. А здесь самое интересное, что? Скажите, да это ошибка, недоразумение. Смотрите. Опа. Сейчас. Эх, не так я сделал. Ага. Сейчас. Это здесь я сделал фотографию. Это фотография. А если бы вот тут дальше пойти, там десяток моих фильмов. Про сертификацию фильм, про посадки, все мои фильмы. Вот. И присвоив мою фотографию, то есть налепив сюда, имя совпадает Валерий. На фильмах моя фамилия Железов звучит. И я стал Валерием из левой оппозиции. Так вот, господа из левой оппозиции, если это ваша провокация, ну таким путем, как же, ведь найдутся люди, которые скажут, Железов мы знаем. Вот. Если он из левой оппозиции, то обязательно мы на Платошкина подпишемся и прочих. Понимаете? Вот. То есть пусть я еще не звезда, но уже звездочка. Раз меня это. Ведь это же добротный материал. Десяток моих фильмов. Все тут, все. Вот. Вначале идут несколько сюжетов из этой левой оппозиции, а потом мои фильмы. То есть ни у кого не будет сомнений, что это. Я придумал. А я увидел его только, когда мне прислал хороший товарищ. Сказал, посмотрите, это не вы? Нет, не я. Так вот, господа из левой оппозиции, мне иногда кажется, что когда вы придете к власти, мы будем жить, ну, как минимум, не лучше. Как минимум. Вот. Потому что ну, Украина уже прошла это. Вот. И правая оппозиция была, и левая оппозиция была. И была команда вновь избранного президента. Бомбить современные города. Вспомните Донецк. С самолета вываливали кассетные бомбы. Сотни женщин и детей разорваны в клочья. Представляете? Так вот, левая оппозиция. Это неправильный прием. Если это вы, или если наоборот, это еще и не, наоборот, не провокация, называемая другая поэта. Властная вертикаль. Допустим, это они. Чтобы я, Железов, увидел это, возмутился. А пройдут время, я же не только здесь показал, несколько тысяч человек как минимум увидит это и скажут, а вот, левая-то позиция-то они оказываются с гнильцой, они вот Железова подставили. Вот, то есть я сейчас не знаю, левая это или властная магистраль это придумала, чтобы опорочить левую оппозицию. Но я одно скажу, вот когда гражданин Платошкин
А еще есть несколько очень авторитетных людей. Они еще ничем себя не заморали, но я не знаю, потом дадут команду бомбардировщикам мирные города уничтожать женщин и детей, как это делал этот самый, который сейчас ходит с умным видом. Представляете, убийца, настоящий убийца. Бывший президент. И ходит себе по этим, ездит по Украине. И все мораль, мораль, мораль. И с этим, сколько он целовался с иерархами. Ну, засос буквально. А женщин убивал, детей убивал. Вот. А здесь получается так. Хотите меня привлечь на свою сторону? Вот. Пошарьте у себя машину. И знаете, ну не 1 100 000 моих книг. Сразу! Тогда я ваш. Вот. Поэтому я и написал. Если левая позиция – это та, которая в 20-х годах церкви взорвала, ровно 100 лет назад, тысячами расстреливала священников, тысячами. Представляете? И вот это все может вернуться вместе с левой оппозицией. А скажите, что это не так. Очень просто. Вы уже не спорите, что Бог есть. Пожалуйста, помогайте. Я ваш. Вот это вот здесь как раз про Бога. Вот, что Бог он есть. И доказательство того, что Бог есть. И сколько я времени потратил? 49 минут. А впереди у нас учеба. Впереди... Ой, я забыл. Сейчас, быстро, секундочку. А дальше нормальная учеба. О, еще какая учеба. Учебная учеба. Настоящая учеба. Не эти дурацкие книги. Я, знаете, я еще не ушел на кухню. Как я не могу понять, как учителям читать тысячам, десяткам тысяч, а в конечном счете сотням и миллионам учителей, детям этим недорослям читать то, зная, что это они даже вынуждены прочтут огромное количество ненужного материала и тут же забудут. И для чего же они вообще живут-то тогда? Читали бы лекции вместо этих ямбов и хореев, ой, лекции, стихи детям, и то бы толку было больше. Так, все, переходим на садовый лад, только я наличаю.